буква «У» на Будапештском НЭП-стадионе – символ универсиады, четвертых всемирных студенческих игр. 35 стран прислали сюда своих лучших спортсменов. В команде Советского Союза – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это подлинный спортивный форум студенческой молодежи всего мира. Заплыв на 200 метров стилем брас. Впереди белой шапочки Светлана Бабанина. Золотая рыбка из Ташкента, как ее называли здесь. Чем ближе финиш, тем дальше она уходит от соперниц и заканчивает дистанцию с новым рекордом универсиады. Молодец, Светлана Бабанина.